Добрый день, уважаемые радиослушатели. Светлана Занько у микрофона. С итогами года сегодня сейчас в студии Сергей Доронин, российский политик, депутат Государственной Думы от Кировской области. Сергей Александрович, добрый день. Добрый день. Ну, мы здесь с вами часто встречаемся в этой студии и информируем горожан и жителей области о том, чем вы занимаетесь в Государственной Думе. И на нашем сайте мы выкладываем в блогах все, что вы пишете у себя в живом журнале. Хотелось бы вот со свежего материала начать. Это закон о 8 сутках. Совсем недавно вы написали о нем, и все, кто хотел, прочитал. Но пока, вот я пока еще от слушателей не слышала каких-то откликов и вопросов. Давайте разъясним, что это за законопроект, в чью сторону он играет, из чего состоит. Ну, на самом деле, суть законопроекта, она достаточно проста. Значит, суть основная в том, чтобы освободить от налога на имущество, на кадастровую стоимость, значит, земельные участки, которые имеются собственностью у граждан, а в основном это земельные участки садоводов. Значит, все мы знаем отлично и прекрасно помним историю, когда в 50-е годы вот эти земельные наделы от 6, ну, тире до 8 соток выделялись людям для ведения подсобного хозяйства. Также в сельской местности было разрешено советской властью у нас иметь земельные наделы рядом с жилым домом, с деревянным, в основном это были деревянные дома, но не более 12 суток. Так вот, в этом законе мы предлагаем освободить людей от уплаты налога на данные земельные участки. Огромное количество, и в том числе и в Кировской области. Да, у нас вот интересно, какое количество садоводов. Ну, в общем, по России это несколько миллионов человек, там, имеющих вот эти земельные участки. Я считаю, что это делает тем более необходимо в момент вот такого серьезного кризиса, когда на людей просто вот такой обвал, прямо-таки увеличение стоимости там различных пошлин. Мы в одной из передач с вами разговаривали на эту тему. Там увеличение в 3 раза пошлины за получение паспорта, там, свидетельство на смерть, свидетельство на рождение, свидетельство на расторжение брака, на заключение брака. Везде у нас просто идет дикий рост. Ну и плюс ко всему у нас, все мы отлично знаем, индексация пенсий в этом году составила ниже инфляции. Всего 4% нам наше любимое, дорогое, уважаемое правительство разрешило послушному большинству в Государственной Думе принять вот такую, значит, индексацию. К сожалению, я думаю, что в следующем году очень тяжелая ситуация будет, особенно у пенсионеров, а в основном садоводческие участки у нас пенсионеры. Это пенсионеры. Вот откуда возникла эта идея о 8 сотках? Ну, это идея. Это был запрос какой-то. Нет, ну это запрос общества, естественно. Мы понимаем сегодня, что с ростом стоимости продуктов питания, все мы в магазин ходим, да, сегодня из своих доходов граждане уже практически тратят там 60-70-80% на продукты питания. Значит, сегодня в связи с включением там стоимости оплаты за капитальный ремонт, у людей просто не остается денег там на там, просто на лекарства там, да, или там на какую-то одежду. И со следующего года платить вот налог с кадастровой стоимости за земельные участки, ну, я думаю, что это кощунство по отношению к своим гражданам. Законопроект внесен вот только что буквально. 21 декабря группой депутатов, это мои коллеги Сергей Михайлович Миронов, Олег Нилов, значит, я, внесли данный законопроект. Я думаю, что в весеннюю сессию мы будем биться, и принятие этого законопроекта позволит с 1 января 2017 года не взимать вот данный налог с наших граждан. Ну, то есть я правильно поняла, здесь два фактора, которые играют там, в поддержку этого законопроекта. Во-первых, то, что владельцами являются в основном пенсионеры, и у пенсионеров сейчас доходы резко упали. И второе, то, что выросшая цена на продукты питания, она стимулирует людей развивать свои подсобные хозяйства, и хотелось бы, чтобы они это делали там, да? Вы правильно ответили практически на поставленный вами же вопрос. И я думаю, что, в принципе, все это понимают отлично. И сельские жители сегодня, это та категория граждан, которые имеют там минимальные доходы сегодня, это не индустриальные города, это, ну, пенсии у сельхозтоваропроизводителей или у бывших колхозников. А вы посчитали, сколько денег из бюджета Российской Федерации, если этот законопроект пройдет, закон будет утвержден, но
будет изъято? То есть насколько большие потери для нашего бюджета? То есть насколько не будет дополученных, ну, это несколько сот миллиардов рублей, да, но я вам скажу, что на сегодняшний день действительно страдает у нас эффективность расходования денежных средств, и вот буквально на днях выступала в телеинтервью председатель счетной палаты нашей, да, и доложила всем нашим гражданам, значит, о том, что на счетах государственных госкорпораций на конец года на депозитах лежит более 4 триллионов рублей. Понимаете, какие масштабы неэффективного расходования денег? Просто сегодня, имея возможность получать там от 7 до 12% стоимости за депозит, да, насколько обогащаются наши госкорпорации, которые имеют на счетах вот эти денежные средства, которые им же с бюджета перечисляют. Мы, кстати, неоднократно этот вопрос при обсуждении бюджетных процессов и принятии бюджета поднимали. И, значит, было ряд предложений интересных о том, чтобы запретить вообще государственным корпорациям хранить на депозитах государственные деньги. Потому что когда в момент, когда у государства огромный дефицит денежных средств, а, значит, кто-то жирует, я считаю, это недопустимо. Угу. А перспективы принятия этого законопроекта о 800-ках? Ну, будем работать в весеннюю сессию, будем обсуждать, доказывать. Я там не скажу, что они малы, да, но я надеюсь, что, повторюсь, большинство депутатов Государственной Думы все-таки должно пойти навстречу своим гражданам. Сергей Доронин с итогами года в эфире нашей радиостанции. Продолжается работа над проектом по минимизации платы населения за капремонт. Серьезно и долго вы боролись за то, чтобы она была снижена, и какие-то подвижки произошли в этом году все-таки? 18 декабря Государственная Дума большинством голосов приняла наши поправки в данный закон. И с 1 января регионам дано право освобождать на 50% от уплаты за капитальный ремонт граждан старше 70 лет и полностью освобождать от уплаты за капитальный ремонт граждан старше 80 лет. Я думаю, что такой шаг достаточно серьезный сделан вперед. Дело за регионами. Но если в регионах не найдут возможности закрыть так называемые выпадающие доходы, я думаю, что мы будем дискутировать, обсуждать это с региональным правительством. Если само правительство не будет инициатором внесения изменений в местный закон, в областной, да, я думаю, что депутаты оппозиционных партий, в первую очередь, это наши фракции «Справедливая Россия», в феврале месяце данный законопроект внесут в областное законодательное собрание. А вот тоже, может быть, кулуарно обсуждали возможность принятия этих мер на уровне региона или нет еще? Ну, вы понимаете, 18 декабря этот законопроект был принят, и он уже в виде закона. Сейчас есть процедура определенная юридическая. Я думаю, что мы пока с исполнительной властью региона этот момент не обсуждали. Но я думаю, что с января месяца мы активно начнем над вот данным вопросом работать. Еще один законопроект, который в народе называют законопроект о детях войны. Я помню, вы всегда говорили, что это очень важный с вашей точки зрения законопроект, несмотря на то, что выдвигаете его не только вы, не только ваша партия, но и коммунисты также. Как здесь движется работа? Ну, вот действительно, на мой взгляд, тоже очень... Особенно в год 70-летия. Очень интересный и, я считаю, очень важный и нужный закон о детях войны, который мы с коммунистами, договорившись, вносим практически каждые полгода. Значит, сначала вносят у нас коммунисты, затем его уже на протяжении десятилетий отклоняет послушное большинство, и мы вносим следом. Значит, затем идут опять обсуждения, прения в комитетах, опять послушное большинство у нас отклоняет. А суть данного законопроекта, она очень простая. Значит, вот мы признаем категории детей войны, да, граждан наших, родившихся 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Таковых у нас на сегодняшний день
13 миллионов человек. Ну, в эту категорию в стране 13 миллионов человек. Ну, я надеюсь, что не надо объяснять, кто это такие. Да, это вот наши с вами родители, это там мои папа, мама, там ваши, да. Это люди, которые действительно, наверное, большинство из них, ну, не видело счастливого детства и были обделены практически во всем. Да, это и голод, это и разруха, это и деды, отцы их уходили на фронт, погибали, значит, ну, не очень счастливое детство и такое, значит, голодное и обделенное, да. Поэтому мы предлагаем добавить к этой категории граждан к пенсиям по 500 рублей. В принципе, для государства я считаю, что это вполне себе, ну, возможности есть финансовые. Это справедливая Россия предлагает, да, 500 рублей, 100, коммунисты по 1000. 109 миллиардов, коммунисты по 1000 рублей. Ну и дать возможность, может быть, предоставить льготы в размере 25% по уплате, значит, коммунальных услуг. Угу. В принципе, считаю, что такая возможность у государства существует, тем более в моем личном понимании и в понимании многих депутатов, которые являются инициаторами этого законопроекта, все эти деньги пойдут в экономику нашей страны, потому что наши пенсионеры, сегодня надо понимать, не ездят отдыхать ни в Турцию, ни в Египет, там, ни в Испанию, а тратят, либо ложат вот эти вот скудные средства на депозиты тех же коммерческих банков, то есть увеличивая их оборотные средства, либо тратят на продукты питания, либо лекарства. Ну, да. То есть это не те люди, которые вывозят деньги, да, из страны? Эти деньги, понятно, что они пойдут в экономику вот немедленно. Прям 109 миллиардов в течение года будут влиты в экономику страны и будут работать на ее развитие. Я думаю, что и та, и другая партия рассчитывали, что в год 70-летия Победы этот законопроект пройдет. Расчет правильно был такой, но вот к огромному сожалению, повторюсь, партия у нас большинства или Единая Россия единогласно отклонила этот законопроект. Вот это такой принципиальный законопроект, три оппозиционных партии прям голосуют вот за, всегда обосновывая, ну там уже... Uh-huh. Депутатам партии власти, мне кажется, уже неудобно, значит, отказывать нам. Но в этом году, что удобно. Не, в этом году, понимаете, вот этот кризис, он помог, конечно, им, потому что огромный там объем обоснований был в том, что вот бюджет у нас недополучает доходы, да, не, сейчас не время, давайте в следующем году подумаем, может быть, мы вернемся к этому вопросу. Ну, я хочу напомнить всем нашим радиослушателям, что уже порядка десятилетия мы постоянно там возвращаемся к этому вопросу каждый полгода. Ну, как бы не страшно это звучало, время работает на законопроект. Страшно, потому что людей становится все меньше и меньше. С другой стороны, может быть, партия большинства в конце концов увидит где-то свет в конце тоннеля в этом отношении. Еще по законопроектам, в которых там в продвижении принятии вы принимали участие. Это законопроект о реконструктуризации обязательств граждан по кредитным договорам и договорам займа, выраженных в иностранной валюте. Ну, когда все случилось с валютой, когда все случилось с экономикой, с курсами, да, по-моему, ну вот только ленивый не говорил, что обязательно необходимо это сделать, потому что мы прекрасно видим, что произошло с рублем, и мы прекрасно видим цифры, проценты по невозвратам платежей по кредитным договорам. И однако ничего не произошло, да? Ну вот смотрите, это сложное слово, значит, реструктуризация, да, которое вы не могли... Я не проговорила, да, перед эфиром, да. Вот, действительно, я считаю, она нужна, но, к сожалению, вот наше банковское сообщество ростовщическое такое, оно очень жестко подходит по отношению к своим гражданам. Ну, в свое время многие банки принуждали тех людей, которые оформляли ипотеку, просто брать валютные кредиты. То есть выбора перед ними не было, либо ты берешь, как они говорили и обещали нашим согражданам, дешевый ипотечный валютный кредит, либо мы не даем ничего, да, вообще. Ну, в связи с тем, что наше правительство также, опять же, заботится о наших гражданах и девальвировало практически наш курс рубля вдвое, конечно, вот ипотечные заемщики, те, которые брали кредиты в валюте, они пострадали очень серьезно. И, ну, действительно жалко этих людей, это миллионы граждан наших, да. Мы предлагаем изыскать возможность банкам в льготном порядке реструктуризировать эту задолженность, дать
большую рассрочку платежей. Ну вот, к сожалению, перевести по комфортному достаточному курсу вот эту стоимость кредита в рубли, да, и дать возможность расплатиться этим гражданам уже в таком более льготном, благоприятном для них режиме. Я считаю, что банкам это на руку. Не знаю, европейские банки, западные, развитых стран сегодня дают ипотеку под 1,5%, под 1%, и под 0,5% годовых. И всегда банкиры идут навстречу и по 35 лет ипотечные кредиты, и по 40, я знаю, для 20-летних граждан. Сегодня получают в той же Италии, в Германии граждан. Поэтому, к сожалению, у нас ростовщическое сообщество, оно наживается на наших гражданах, и ни для кого не становится как-то удивительно получать кредит под 15-20% годовых. Я считаю, что это безобразие, конечно. Необходимо помогать нашим заемщикам. Но законопроект, тем не менее, не прошел. Законопроект был вынесен, законопроект отклонили, но я думаю, что мы будем поступать так же, как с законопроектами о детях войны, каждые полгода вносить данный законопроект. Надеюсь, что когда-то нас услышат, тем более на нашей стороне огромное количество армии вот этих заемщиков, которые, я вам честно скажу... Которые в следующем году в еще худшей ситуации окажутся. Пикетируют одиночными пикетами уже на протяжении, года. Государственную Думу, и с плакатами люди стоят, взывая депутатов Государственной Думы в срочном порядке принять данный законопроект. Угу. Еще один законопроект о внесении изменений в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации. Мы говорим здесь об установлении размера предельной доли расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Я прочитала официальную формулировку. Давайте пытаемся перевести на бытовой язык, что это значило, чего вы хотели добиться, и опять же, почему он не прошел этот законопроект. Смотрите, у нас сегодня зеленый свет дан на протяжении уже десятилетий всем компаниям, ресурсоснабжающим нашим компаниям, энергетикам и газовикам, и всем у нас индексируется постоянно стоимость услуг на данные виды. В этом году с 1 июля у нас индексация в среднем по стране составила 8,3%, то есть настолько удорожали у нас услуги в среднем по стране, да, и на сегодня ни для кого не секрет, что в огромном количестве регионов стоимость оплаты за коммунальные услуги уже зашкаливает давно за 25-30% от совокупного дохода семьи. Да? Угу. Мы считаем, что необходимо вводить норму, которая совокупный доход позволяет расходовать не более 10%. Это обуздает, мне кажется, эту галопирующую увеличение цен на услуги всех компаний, коммунальных и энергетических компаний. А как это может работать? То есть должен оцениваться как-то совокупный доход семьи. Семья должна предоставлять некие справки о своем доходе, дабы исчислялась плата за коммуналку. У нас же есть наша организация, это Росстат, которая знает средний доход пенсионеров, допустим. Все это учитывается в каждом регионе. Да? Есть у нас при правительстве области определенный департамент, который все тарифы согласовывает, в тарифы вкладывается инвестиционная составляющая многих компаний, Здесь, что называется, надо поискать возможности снижения этих цен, потому что я знаю, что многие злоупотребляют компании тем, что они вкладывают непомерные цены в тарифы и инвестиционных проектов своих, которые реализуют совершенно не на территории области, допустим, или завышаются цены, и в связи с этим тарифы растут. То есть получается в бедных регионах тарифы выше, чем в Москве, а в Москве эти тарифы ниже, чем, допустим, в Костромской области. Правильно я понимаю, что в Москве в среднем норма, 10% от совокупного дохода семьи люди платят за коммуналку. Нет, сегодня по факту примерно, если брать совокупный доход средней семьи, статистически не превышает 10%. То есть коммунальные услуги, это комфортно, действительно выше заработная плата,
Но там меньше. А федеральная норма у нас составляет 22%. Мы предлагаем все-таки снизить до 10%, потому что, значит, вот в связи, опять же, с кризисом сегодняшним, люди стали тратить там от, не знаю, 60 до 80% на продукты питания. Значит, люди платят за коммунальные услуги те же там 22%, да, и у них не остается, по сути своей, ни на лекарства, ни на отдых, там, ни на образование детей какое-то дополнительное. То есть люди в такой вилке зажаты, что они просто не тратят на себя никаких денег, кроме питания и ЖКХ. Ну, представьте себе там перспективу жизни такого человека, который вот только ест и платит за ЖКХ, да, не ходит ни в кинотеатры, не может позволить себе ни одежду, там, ни отдохнуть. Ну, это же тоска. Поэтому мы считаем, что снижать надо и бороться вот как раз-таки с этими с аппетитами монополистов наших сегодняшних, которые можно ограничивать в том числе за счет принятия данных законов. Ну вот сейчас этот законопроект не отклонен, он находится на рассмотрении профильного комитета. Что требует профильный комитет? Механизм как раз? Нет, ну механизм в законопроекте, он понятен, еще раз говорю. Mm-hmm. Есть департаменты по согласованию тарифов, есть Росстат у нас, который смотрит совокупный доход средний. В принципе, здесь никаких сложностей я не вижу в принятии этого законопроекта. Но опять же, еще раз говорю, что к огромному сожалению, исполнительная власть все чаще и больше лоббирует интересы, и, повторюсь, партия власти лоббирует интересы монополистов у нас. Это компания Виксельбергов, там, это компания Миллера, там, наше все Газпром, да, это, и так далее, и тому подобное можно повторять бесконечно. То есть этим компаниям разрешено по закону там, увеличивать тарифы на определенные проценты, да, получать дополнительные доходы, включать в эти тарифы инвестиционные там, составляющие. Понимаете, ну, я считаю, что в сегодняшней ситуации это цинично. Угу. То есть работа над этим законопроектом будет продолжаться? Ведется, и мы будем отстаивать вот данный законопроект, который позволит, опять же, освободившиеся деньги вложить нашим гражданам в экономику страны. Это и в частный бизнес, частные предприятия, фермерские хозяйства, которые продают продукты питания, это там сельхозтоваропереработчиков. А у нас сегодня получается, что все сливки и все купоны с наших граждан гребут как раз-таки монополисты. Вот и все. Ну, нам сегодня с вами не удастся поговорить о сельском хозяйстве. Надеюсь, наши слушатели нас простят, потому что мы с вами неоднократно об этом говорили во время наших встреч. И времени остается не так много. А очень важно в программе «Итоги года» спросить о будущих планах, в частности, политических планах. В следующем году выборы в Государственную Думу будут происходить, и, естественно, надо понять, как вы оцениваете шансы прохождения депутатов от оппозиционных партий в Государственную Думу от Кировской области. Ну, я думаю, что шансы очень хорошие у нас. Я думаю, что люди наконец-то понимают, что партия власти, ну, она просто недееспособна сегодня. Ну, сколько у власти? Они более 10 лет. Мы слышим одни обещания, мы слышим, значит, какие-то мантры там о том, что вот да, завтра будет все великолепно, но тем не менее уровень жизни у нас падает, поэтому я считаю, что во власть должны приходить новые лица, новые люди, оппозиционные депутаты, и шансы у нас в следующем году великолепные. Я считаю, что как в УЗС есть возможность у оппозиционных партий взять большинство и получить большинство, и определить и председателей комитетов, и председателя законодательного собрания. Также у депутатов оппозиционных партий есть великолепный шанс у нас пройти и по одномандатным округам, а также неплохие результаты показать по региональным спискам. Поэтому то есть работа сейчас идет? Работа идет. Предвыборная кампания практически началась. Да. Значит, ну, вот в отличие от партии власти, я считаю, что предвыборная кампания — это не просто развешивание баннеров там и каких-то телевизионных роликов или радио там роликов, чтения по бумажке, да, я считаю, что это в первую очередь встреча с населением. А, насколько я знаю, оппозиционных депутатов у нас встречаются с населением. Я лично за свою депутатскую деятельность 3 раза проехал по всем районам области, встречался практически в каждом поселке со своими избирателями. Поэтому я думаю, что мы по этому пути будем двигаться и дальше, и в 2016 году победа будет за нами. Сами вы себя видите на прежнем месте в Госдуме? Я буду выдвигаться, естественно, ну а дальше слово за избирателей.
Спасибо. Сегодня мы подводили итоги года с Сергеем Дорониным, российским политиком, депутатом Государственной Думы от Кировской области. Сергей Александрович, хорошего Нового года. Да. Всего доброго и с наступающим Новым годом.